На праздничное мероприятие пригласили актив района. Это и женщины, которые занимают руководящие должности в администрации Лазаревки, работают на крупных предприятиях. На праздничное собрание пригласили и общественников, которые также вносят большой вклад в развитие курорта. Пожалуй, я не могу назвать ни одной области и отрасли, где не были заняты бы наши женщины. Но что не менее важно, это, наверное, то, что они еще и очень активное участие принимают в любых важнейших социально значимых событиях, делах, мероприятиях. От администрации города и городского собрания Сочи самые активные и целеустремленные сочинки получили грамоты, благодарственные письма и, конечно, цветы в честь предстоящего 8 марта.